Всем привет! У нас сегодня чистый четверг. За моей спиной белье из деревни, которое я перестирую уже 4 дня. Вот, и сейчас мы будем красить яйца и готовить Пасху. Мы будем красить яйца старым способом, луковой шелухой. Это легко и просто. Яйца выкладываем. Луковой шелухой заливаем водой и где-то варим в районе 2 часов. Потом оставляем настаиваться. В общем, наши яйца будут готовы. Сверху мы их потом украсим. Что делаешь, Матюх? Я не гуляю. Дома. Гуляешь дома? Да, гуляю дома, гуляю дома. Гуляла дома, привет! Привет, привет, привет! Что делаешь, малыш? Я делаю, вот это делаю. Будь здоров. Что мы делаем? Торт. Не торт, а что мы делаем? Пасху. Пасху делаем. Пасху делаем. Торт. Давай снимай. Смотри на Юлю. Говори, я сегодня делаю Пасху. Пасху делаю. Да. Расскажи, из чего мы будем делать Пасху? Показывай. Что у нас здесь есть? Это что? Давай. Сахар. Сахар. Давай. Это что? Творог. Давай. Изюм, ну не надо брать, сливочное масло и ванильный сахар. Яйца мы класть сырые не будем, потому что у нас как бы маленький ребенок, поэтому в этом году обойдемся без яиц. Давай соечку посолим. Снимаю. Мы всегда творог прокручиваем через мясорубку, чтобы была более приятная консистенция.
положили сито, завязали. Кладем гнет. У нас вот такой камень. Этому камню, наверное, больше, чем мне лет. Это еще моя бабушка принесла его с реки. И вот уже на протяжении... Ну вот сколько я помню, то есть мне уже в этом году 30 лет, мы каждый год именно на Пасху делали из него гнет. То есть это такой раритет в нашей семье. Вот. Кладем вот так. Придавливаем и убираем в холодильник. И лишнее... жидкость сольется, и она будет тверденькая, такая очень вкусная пасочка у нас. У нас сегодня очень непонятная погода. Мы гуляли, было прямо солнечно. А сейчас вон какие-то тучи, и такое чувство, как будто вообще пойдет снег. Вот. Посмотрим, что будет дальше. А уже вообще вот березки начали зеленеть. Прям так быстро, на днях еще ничего не было. Сейчас уже прям все зеленеть начинает. Юля у нас вся в работе. А вот и наш царь, который развалился и ест хрустяшки на кровати опять. Мой, сколько можно ругаться? Лежа кушать нельзя. Сядь. Сядь. Когда он успел вырасти? Этот здоровый озорник. Ой, с едой не озорусь. Сядь, ты что смотришь? Расскажи. Отдых. Это твой любимый мультик? Любимый мультик. Куа. Избушка. Садись. Сядь, расскажи мне, кто там есть. О, у него там еще и сок есть, стоит. Кто там есть? Как зовут героев? Танцуя. Ну, в патруле как зовут героев? Кто там есть? Крепыш. Крепыш, а еще кто? Гончик, ты полный рот набил, Моть. Гончик, крепыш, еще кто? Это, смотри. Угу. Кто еще? Вот это. Ну вот это, как его зовут? Татуя. Я не знаю. Не помнишь? Не помню. Крепыш, гончик, райдер, да, есть? Райдер есть. Еще, а девочку на вертолете как зовут? Ская? Ская. Понятно. Ну ладно, не буду тебя отрывать от просмотра. Вон, пошла наша красотка. Меня, наверное, не слышно, потому что у нас ветер. Мы с Матвеем лежали-лежали и решили пойти в деревню. У нас светит яркое-яркое солнышко, но сильный ветер. И как бы на улице не очень жарко. Поэтому